Всем привет, с вами Света Голикова, и сегодня я снимаю типы людей во время ДЗ. Я открываю новую рубрику, поэтому не будем долго тянуть и приступим. Ага, химию написала, конспекты по обществу сделала, историю прочла, физику и биологию выучила. Идеально. Свет, иди уроки делай, не затягивай. Ага. Алло, Маш, а что задали по краеведению? Ага, спасибо. А по ОБЖ? Ага. Слушай, а что по алгебре задали? Ой, какая же я молодец. Ага, завтра контрольная по алгебре, значит, мне нужно срочно заболеть. Так. Надо посмотреть. Ютубчик нам в помощь, да? Ага. По инструкции нам надо взять градусник и батарею. Кто-то завтра не пойдет в школу. О, 38,5. Пойдет. Ой. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось это видео, поддержите меня лайком, пишите комментарий, подписывайтесь на мои социальные сети. И здесь будет подсказочка. Нажимайте на нее, хотите вы типа людей, чтобы я продолжала снимать или нет. Всем удачи, всем пока-пока.
we could build a playground for the sinners, play a saints.